Мне нравится почему-то приводить этот пример, но он какой-то получается очень политический, потому что пример на самом деле про нашего друга, как я называю. Ну, я просто оказался с ним знаком, к сожалению, не удалось как-то пообщаться, потому что то ли он сейчас под арестом каким-то, то ли не под арестом, в общем, Леша Навальный, да? Очень хороший пример этой истории, да? Значит, сейчас я постараюсь найти эту историю. Почему у него неприятности, скажем так, да? Помимо того, что там он занял какую-то позицию и такую, ну, не очень примиримую. Хотя бог знает, во что это выльется. Вполне те, кто знает историю, понимают, да, что человек, занимающий какую-то жесткую позицию, потом бывает приглашен властью на какие-то должности. Это было и в Древнем Китае, там и так далее. То есть уважают противника за какой-то характер. Ну, либо убивают, либо еще что-то с ним делают. Значит, я нашел немножко другое. Я на это обратил тогда внимание. Значит, это сайт Архив Интернета, да? Архив Интернета. Ну, поскольку в моем мире я очень конкретно отношусь к данным людей, такие как email, телефон, Skype и так далее. Все это устойчивые величины там. Скайп иногда совпадает с ником Инстаграма, там, с названием ЖЖ, там, и так далее. То есть все это описываем в поисковые штуки. Это вот когда занимался и занимаюсь иногда частными расследованиями, и ищем мы именно по таким параметрам. Все это нужно уметь, знать и понимать. Ну, поскольку меня редко когда-то, кроме расследований, беспокоят какие-то конкретные личности, то есть это должно быть либо что-то выдающееся, либо вот случайно на глаза попасться. Вот здесь такой случай. Набираем, как выглядел профиль ЖЖ Навального. Ну, давайте посмотрим сейчас. Он же не пустит меня, да? Типа запрещено. Я через прокси подумаю. livejournal.com. Так, как выглядит сейчас профайл? Ну, выглядит он так, значит, информация о себе здесь, как правило, вот раньше у людей, когда они не очень известные были, они там... Одну информацию. Меня интересовало, где его Аська, потому что я помнил, что Аська у него была. Такой вот рудиментарный способ связи, но зачем-то мне тогда понадобилось, да? Хорошо, но раз я помню, значит, когда-то это было, в каком-то кэше это где-то сохранилось. Сейчас вы поймете, о чем я, эту удивительную штуку, которую я люблю приводить в пример. Допустим, 2007, да? Как раз еще, да, архив.орг, вы смотрите сайт, как он выглядел в прошлом. То есть вот этот закон от забвения пошел он нахрен. Соответственно, да, мы как бы, ну, зачем? Вот его ICQ-UIN, да? Значит, 2007 год. А Алексей, тогда я ходил на эти мероприятия, там, ну, на разные там дебаты туда-сюда, вот у него вот, были дебаты, он был ведущим дебатов, собственно говоря, и мечтал стать телеведущим, там был пробный выпуск на ТВЦ, он им не стал, и вот он, то есть дали бы ему на ТВЦ дать ведущим, без всяких там запретов пилотного выпуска, мы бы не знали сейчас Лешу Навального как политика. И... Алексей Навальный с самого начала вот своей Аськи имел ник коп-киллер, убийца копов. То есть, понимаете, да, судьба сыграла такую вот шутку, что вот за что его не любят силовые ведомства. Ну, может быть, за то, что он небесам послал такой знак, как бы, да, такой...
Пример безумный, но мне он очень нравится. И вот на таких совпадениях, когда вы видите там, да, вот это в каких-то датасетах там есть пароли, да, это и уже давно не секрет, там утечка больших крупных проектов типа Твиттера, LinkedIn или так далее, вы там смотрите это все в ретроспективе, да, там, это, разумеется, не актуальные пароли, но для любого там, будь что хакера, будь то расследователи, там, специалисты по информационной безопасности, в кавычки поставлю, потому что ее нету просто, ну, не, ну, с точки зрения бизнеса, любой, кто торгует подобным названием, там, да, мы там обеспечиваем вам безопасность, они торгуют воздухом, потому что уязвимости появляются каждый день, и, по сути, это как-то будет реформироваться, и человечество будет к этому по-другому, к другим выводам придет, там, такие, как отсутствие паролей, например, да, которые будут не нужны, там, будет что-то другое. Вот, собственно говоря, весь пример.